Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы поиграем в игрушечку под названием Tabs. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет «А что если контент?». Собственно, напомню, для тех, кто не знает, потому что давненько у нас его не было, кстати, «А что если контент?» — это та самая тема, ну, что-то наподобие, короче, «Давай глянем», или же «Первые взгляды», что-то вот, например, такого. Я просто не знаю, понравится ли вам игра, которую я сейчас буду вставлять на прохождение, или нет. Поэтому я ее вот запускаю в этот формат и, в общем-то, вот так вот проверяю. Не скажу, такой игрой проходит, потому что некоторые игры я сам хочу пройти и показать их вам, а некоторые игры, допустим, как это, мне посоветовали в комментариях, и, соответственно, я вот их выставляю для начала вот во что если. Не всегда это правило может быть изменчиво, я не утверждаю то, что так всегда будет. Может, и мне там тоже игра очень сильно понравится, я такой, а, точно, я ее буду проходить. Просто вот эта вот игрушечка, она немножечко отличается от моего повседневного такого, не знаю, прохождения. Я в основном что-то наподобие атмосферных игр, а это уже прям не то чтобы даже атмосферное, это что-то наподобие стратегии. Почему что-то наподобие стратегии, вы сейчас это узнаете. Короче, без лишних вот этих всех разъяснений и слов, вот эту всей херни, начинаем игру. Если что, вот у нас тут игра, то есть у нас есть тут компания, есть режим песочница. И, собственно, все вроде как. Так что, давайте компанию. Так, я не знаю, стоит ли мне вообще объяснять, что это игра, блин, какая же она громкая. Наконец-то. Так, и вот, я вам сейчас тут покажу, хотя на самом деле я даже не знаю, что я вам тут был показывать. Это вы мне тут, блин, должны уже помогать, потому что я без понятия, что тут происходит. Короче, это игрушечка что-то наподобие стратегии. Почему наподобие? Да потому что вот против нас, допустим, вот несколько бомжей поставили, да? Вот, и мы можем выбрать из какого-то там числа войск, например, там лучники, там какие-нибудь щитовики, там баллисты, катапульты, вот эту всю херню, чтобы их уничтожить. У нас есть определенный лимит в виде денег, ну, вот я вам его показываю, вот, и лимит в виде войск, а, нет, лимита в виде войск у нас нету, у нас есть только лимит в виде денег. Короче, ладно, смотрите, ну, это типичная такая, знаете, тактикульная... игрушка. Типа про тактику, вот это все дело. Короче, без тогда... Давайте просто попробуем их замочить. Тут ничего особого такого нету. Мы что можем сделать? Можем попробовать сделать вот такую тему. А, подожди, это же... Ну да, это... Это обычные, короче, чуваки, которые стреляют, как я понял, да? Жалко, что я сейчас на них не могу поставить... Ну, посмотреть поближе. Ну да и ладно, сейчас посмотрим. Так, и тогда... Блин, а денег не хватает. Ну ладно, давай тогда одного вот этого бомжа поставим, чтобы он просто тупо объяснил, что тут не так и что тут эдакое. Короче, давайте, пацаны, я за вас болею, за красных, естественно. Ну этот, естественно, отвлекает, вот эти все чуваки стреляют. Я говорю, стреляем, алё. Алё, пацаны, пацаны. Пацаны, вам серьезно будет не весело, давайте вы не в одного будете херачить. Кстати, в этой игре еще можно выбирать персонажа. На самом деле это читерная тема, потому что, ну, эти боты, они же боты, блин, они глупенькие. Здоров, чувак. Как тебе вот это вот копье в голову? Весело-то как, а? И, короче, можем вот так вот потом смотреть на них и выбирать превьюшечку. Очень весело. Так, во, идеально. Я не знаю, тут так много всяких разных кадров можно найти. Серьезно тебе говорю. Прям идеальная тема для тех, кто любит делать вот такие вот превьюшки. Или... Ну, короче, неважно. Так, нажмите Tab для продолжения. В общем, первую миссию мы прошли, теперь против нас будут вот такие чуваки идти. Я не уверен, но... Можно ли вот так вот сделать? Ну и потом, допустим, одного бомжа такого. Ну, давай посмотрим. Я еще пока что не знаю, что из себя представляют войска. Ага, нифига, короче. Щитовики что-то не справляются. Не, ну хотя как справляются, но... Не очень хорошо. Пацаны, вас сейчас тут всех загасят. Так, ладно, щитовики что-то себя особо не проявили, если честно. Не, ну типа проявили, но я даже не знаю. Можем, в принципе, опять селиться в этого чувака, но я не думаю, то, что из этого что-то выйдет. Чувак, ты ничего не видел. Ты, подожди. Давай ты забудешь. Ты охерел, что ли? Это что сейчас было? Ты посмотри на него. Если ты не знал, как выглядит... Ну-па, тут еще одежда в виде другого копья. Если ты, я не знал, как выглядит самый, просто, не знаю, там, крутой стрелок десятилетия, тысячелетия, то вот он. Вот-вот, собственно, вот он так и выглядит. Смотри, его вроде как ударили, у него все отбилось, ну нифига, он просто взял и воткнул копье.
Я не знаю, как он так хитро вывернулся, но не суть. Короче. Чё-то не сработало нифига. Мне это не нравится. Так, ладно. Мы можем просто тупо задавить числом. Допустим, тут. Угу. Офигенно у нас число. Ну, в разнобой вот их там... Да блин, я даже не знаю. Давайте попробуем, что ли. Читерная способность, что в эту игру когда-то там раньше можно было бы... Так, подожди. Пацаны, проверяйте, добили вы их или нет. А, ну да, я просто по числу их забил. Хорошо. Ничего такого интересного нет. Это сволочь. Ой, конечно, такая прикольная тема, я не знаю. Прям я разойдусь сегодня по превьюшкам, я тебе серьезно говорю. Я прям буду долго мучиться и думать, какую же из них сделать. Прям они реально очень прикольные. Короче, не знаю. В общем-то, достаточно легко сейчас все пока что идет. Странно то, что нам не все открыты вот эти. Ну да и ладно, это, видимо, что-то наподобие обучения. Да какие это кто? Ты есть кто, чувак? Я вас не видел. Это, как я понял... Какой-то шаман, блин. Ты есть кто, чувак? Ты что, конченый, что ли? Смотри, у этого тоже есть почему-то глаза. Он тоже живой? Короче, такая юмористичная тактикульная стратегия. Я даже не знаю, как их обозвать. Тут, блин, тут на самом деле очень все прикольно выглядит, тем самым... Ну, я имею в виду вот эти все декорации, блин. Реально постарались, чуваки, когда их делали. Окей. Чем мы можем сделать? Ну, давайте просто проверим, накидая вот столько вот людей. Хотя, не, подожди, так на самом деле не очень. Сделаем что-то наподобие круга. А, сделаем, блин, да, конечно. Окей, сделаем круг, говорю. А в кругу у нас будут вот эти вот пацаны. А для чего? Я говорю, в кругу у нас будут пацаны. Раз и два. Вот. Одного заберем и одного вот сюда поставим, чтобы круг был более нормальный. Я что сейчас думаю? Я думаю, то, что вот эти сейчас пацаны должны, по идее, они что-то никуда не идут. Ну да и ладно. Так, ну окей. Подожди, эти пацаны, получается, кидают камни. Я думаю, что ими бить будут. А чуваки? Чуваки, подождите, вы что, его игнорите, что ли? Вот поигнорили, получили камнем по лицу, если честно. Так, окей. Это что еще было? Это вот этот чувак, что ли, так ударил? Ну-ка еще раз. Какая тема, конечно, прикольная. Так, подожди, что-то нихера не сработало. Что-то странное. Так, подожди. Как я понял, вот эти чуваки кидаются камнями. Вот эти какие-то шипы кидают, не знаю. Давайте попробуем снова заспамить просто. Мне тут кажется, то, что пока что тут особо никакой тактики нету. Да, ему абсолютно... А, нет, смотри, он выжил. Да, это, короче, не прокатит. Я тебе 100% говорю. Нужно, короче, просто позадавить их числом. Я, правда, не уверен, каким именно числом. А давайте просто пока проверим. Давайте реально проверим. Что еще будет? Вот смотри, что ты делаешь? Пресс-эф. А, это чтобы за кого-то играть. Да, блин, ты мне взял всю малину и испортил. Подожди. Окей, как я понял. Ну, а тот фланг вообще весь сломали. Ну, в принципе, не удивительно. Вот. Окей, то есть вот этот вот пацан, он что делает? Он берет и херачит ауе атакой. Ну окей. Собственно-то и ладно. Мне это и надо было доказать, в принципе. Так, хорошо, теперь что делаем? Делаем их немножечко в разнобой. Для чего? А, я тебе сейчас объясню. Чтобы вот этот чувачок просто тупо взял и не уничтожил всех. Хотя с другой стороны, они будут долго доходить. Это не есть гуд на самом деле. Давайте пару лучников сюда добавим. Которые не лучники, а которые копейщики, но не суть важно. Так, у нас осталось 70, блин, не точные числа, ну ладно. Много 60 у нас осталось. Надо было 70. Так, окей. Да, вот он по одному ударил. Но перезарядка у него, как я понял, очень долгая. Лучники их сейчас, по идее, должны добивать. Ну, должны, по идее, это делать. Чуваки, давайте быстрее. Да, мать вашу, давайте быстрее. Правильно, нифиг ему. Не, ну это выигрышная стратегия, я тебе серьезно говорю. А, не зря я, мать его, стратег, тактик вообще. А ты что, охерел, что ли? Подожди, он своего попал? Блин, да как же тут все это прикольно выглядит, если честно. Даже не знаю, так вот, эть. И вот она. Вот она, превьюшка моей мечты. Ладно, не суть, продолжаем.
Я не знаю, сколько примерно на эту игру нужно уделять времени, если честно. Ну, пока только 10 минут прошло, не знаю. Нихера себе, пацаны! А чё? Подожди, как я это должен вообще выполнить? Вы чё, угораете, что ли? Сколько у меня денег? 1800? У меня разве не в прошлом раунде столько же было? Так, окей, тут тема не прокатит с тем, что это. Блин, конечно, угарная тема, но ладно. Чё, как оно там у тебя? Нормально все? Нормально, я смотрю. Так, ладно, чё мне... О, мне доступились новые воины. Так, чё будем делать? Во-первых, они тут все кучно стоят, поэтому тут, ну, само напрашивается какой-нибудь... Вот какая-нибудь вот такая вот тема, типа 3 на 3 будут идти. Ну и все. И, как бы, чё сложного-то? Смотри, раз атака, и сейчас вторая будет. А ты не бил-то еще? Да вас палками забью, чё вы, да вот и правильно, и чё с ними. Ну, ничего такого прям сверх такого нету. Так ты подожди, 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 подожди. Я тебя прям серьезно заклибую с этими превьюшками. Окей. Новая локация тем временем. Где, кстати, круга такого? Ну ладно. И, кстати, новые пацаны. С волосатыми ногами. Вам весело, я смотрю. Короче, какие-то бомжи. Окей. И какие-то виллы, окей. О, мне полностью доступился этот отряд, блин. А ты кто? Давайте сначала посмотрим, кто они вообще есть такие. Давай как-то... Хотя нет, знаешь, что сделаем? Давай как-то вот так вот. И эти пацаны где-то вот тут будут стоять. Я не знаю, что сейчас будет. Я не знаю, кто вот эти такие. Они стоят 400. Тут стратегия, опять же, очень легкая достаточно. Ну, их, скорее всего, забьют. Не, смотри, не забили. Я Виктори. А вот так вот все весело. Ой, да какая же срань. Типа такой... Да, ладно, не будем. Так. Ну, окей, мы, опять же, легко справились. 2000. 2000 я могу посмотреть, что делает вот этот чувак. Это слон, точнее мамонт. Окей. Мамонт. Посмотрим, что ты умеешь. Давай, мамонт, я за тебя болею. Так, в него кто-то стреляет с какой-то херню, непонятно. Кстати, они своих же атакуют, что ли? Ну, слушай, ну это было на самом деле неудивительно, то, что мамонт всех загасил. Давай, мамонт, мать его, херачего. Ну и все. Ты посмотри на этого молодца. Вот он молодец. Так, окей, что дальше у нас? Мы снова можем мамонтом просто все обойти. Ну и прям на пару разиков вот какого-нибудь. Каких-то. Хотя подожди. Ну да, и на пару разиков просто лучников поставим каких-нибудь и все. Да они разберутся со всем этим медом. Окей, давайте снова посмотрим, как все у нас будет. А ну что, пацаны, готовьтесь, мать его. Я что-то как-то на самом деле даже не смотрел на вот эти войска. Ну и все, и уже половина войска умерла. Что тут думать-то? Вообще, даже мои лучники не особо не выстрелили. Ну ладно, давайте дальше. Пока что все очень легко. Так, ты есть кто? Это еще какой-то новый вид войск? Какие-то косари. Окей. Хорошо, пацаны, вам не повезло. Снова потому, что мамон будет на нашей стороне. Еще 1000 рублей? Давай этих... копьеносцев, у этих... этих пацанов отдадим. Ну и прям самую малость... вот этих вот пацанов тоже. А вот так вот. Ну чё? Это в смысле? Ты откуда тут взялся, чувак? В смысле, тебя же не было. Меня обманули, а я-то думал то, что в смысле так легко и просто. Серьезно, они могут прятаться зачем-то? Пацаны, это нечестно, это не спортивное поведение, я тебе серьезно говорю. Чё-то смотрю, у тебя много хп. Блин, мама-то еще херню страдает, если честно. Скорее всего, проиграем. Печально, блин. Да хватит-то моего мамонта бить. Мамонт, а ну-ка развернись и увернись с вертухана, ему припиши. Да, я, короче, сам сейчас все сделаю. Да вставай ты, вставай, вставай. Я тебе сейчас покажу, как, блин, стрелять. Всяким разом говном. Мама там пока еще старается, кстати, я смотрю. Блин, меня вот и убили. Печально.
Так, мамонт, у тебя сколько хп? Так, мамонт. Мамонт, мать его. Мамонт, давай. Не, смотри, справились нормально. Все нормально. Я. Точно? Опять красавец какой. Ты просто посмотри на него. Хоть ему и фигово, хоть у него и... Это, по-моему, не пиксели, это как-то по-другому называется. Ну, не суть. В общем, вы меня поймете, если я называю это пиксели. Немножечко пиксели попортились. Я уже не помню. Напишите в комментах, как это называется. А, кстати, чтобы эта игрушка вышла полностью на канале в виде прохождения всех этих кампаний, мать его, то ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте друзьям. А чё бы нет? В смысле? А, вы мне даете теперь новую? Понимаю. Так, половину из этих пацанов я не видел. Слушай, вот эти чуваки крутые. Но я хочу проверить, что вот эти вот умеют. Ты есть кто вообще? Я в эту игру, тебе сразу скажу, не играл. Я даже про нее не знаю. Я пару серий посмотрел на ютубе. Знаю то, что она какая-то очень популярная. Чё-то она всем зашла. Ну, в принципе, прикольный сеттинг. Прикольно все сделано, если честно. Так даже угарненько. Ну да и ладно. А ты что, умер, что ли? Или тут за тебя вороны, что ли? Конечно, угоряешь, чувак. Так, что мы тут еще можем сделать? Я бы хотел вот этих пацанов повесить, но... не судьба. Хорошо. Это обычно какие-то рыцари, ничего интересного. О, блин, я случайно нажал. А, ты дальник? Не, подожди, так не катит. Если это дальник, то так не катит. Что со мной происходит? Где я? Так, да где я? Что происходит? Игра, ты что, угоряешь, что ли? Ладно, давайте тогда по-нормальному поиграем. Я не понял, у меня почему-то камера немного улетела. Ну, окей, дальник их просто... Они еще нападают на этих ворон, да? Но у нее перезарядка очень долгая. Хорошо. Да ты угораешь. Я тебе что, тут должен, что ли, играть? Да нет, подожди. А, тут можно, все, окей. Окей, что есть ты такое? Какая-то тачанка. Ну, не тачанка, а как эта штука называется? Тележка, в общем. Окей, и у нас есть деньги вот на вот эту вот херню. Ну и все, если честно. Давайте еще вот так сделаем и все. Я хочу посмотреть, что вот эти вот делают. А, ну, все, выигранная игра. Я уже знаю, можно одними вот этими пацанами затащить. Ну эти, короче, пацаны просто берут, влетают, блин, и вносят какую-то смуту, я не знаю, войска их. А, еще и кидаются. Че, угораешь, что ли? А давай я за тебя буду. Я тебе... Нет, на самом деле, да тут даже и не надо управлять. Подожди, его загасили, что ли? Эй, пацаны, алло. Алло. Че, не расслабляйся тут. В смысле вы там сделали? А ну отпустили моего пацана. А куда вы уходите-то? Я тебе говорю, не расслабляйся. Да что ты тут... Так, не, подожди, нужно этого ударить, а то мне сейчас каюк будет. Пацаны, да ладно вам, что, серьезно, что ли, да? В смысле? Пацаны, да не угорайте, что вы сделаете мне? Ах ты сволочь! Ты видел? Он только что защитился своим товарищем, чтобы меня ударить. Ты серьезно, ты угораешь? О, блин, какая же срань. Еще такой, типа, ой, да ладно, это был не я. Да ладно, сволочь. Окей, в этой игре сейчас очень легко можно затащить просто вот этим вот составом. Просто вот таким вот, мать его, составом. На всякий случай еще дальнего какого-то нужно сделать. Чтобы он особо не подходил. Так, и что дальше? У нас 1000... Ой, какой 1000? У нас 400 остается. 400 на кого? На обычных бомжей? Только два бомжа, что ли? Да два бомжа особо роль не играют, если честно. Давайте... Два друга, два брата-акробата будут, смотри. О, видишь? Два брата. Они потом внесут всю эту смуту во все эти ряды. Давайте, пацаны, я за вас болею. Слушай, они на достаточно таком приличном состоянии могут стреляться, ну ладно. Э, ты что делаешь? Он послал своего брата, которого сейчас отпинали, а да ты угора... А, они же друг друга атакуют. Пацаны, вам бы на самом деле отойти, было бы замечательно. Блин, они друг друга атакуют. Не есть прикольно. Слушай, тут нету лучников нормальных, и это сложно на самом деле. Сколько они уровня, интересно, наносят вообще?
Я не думаю то, что мы сейчас можем выиграть. Я, в принципе, мог бы за него сейчас взять, поиграть, отойти бы и... Скорее всего, бы даже выиграли. Но тут я не уверен. Если вы вообще попадете по нему. А пацан, может... Не может. В принципе, стратегия была хорошая. А может, знаете, что попробуем? Давайте попробуем сделать вот такую тему, чтобы они дошли до суда. Их кто-то расстреляли, и, возможно, некоторые попадают. В принципе, прикольно бы звучало. Жалко то, что я тут особо ничего не могу сделать. Ну ладно. Короче. Давайте, пацаны. Блин, ну они не успевают еще дойти. Вся тактика в том, чтобы они дошли вот до вот этого узкого переулка и потом сдохли. Так, чувак. Нет! Да я случайно, ну я тебе серьезно говорю. Пацаны, давайте вы не будете в меня стрелять. Да хватит, народ. Да народ, не смешно же. Слушай, а может одного достаточно будет? Зачем я столько много-то кинул? Я пока отвлекаю их на себя. Весело тут вообще не могу. Меня сразу же убили. Так, я, наверное, переборщил с этими чуваками. Их слишком много. А хотя нет, смотри, мы выиграли. Ну, я не хочу тут больше задерживаться. Так, чувак, ты это тут посиди пока. Лови под... Ты в смысле? Ты куда? Лё, придурок, ты не туда идешь, алё, лови херню. Кто там еще живой? Пацаны, вы куда? В смысле, а там кто-то есть, что ли? Кто? Ты что тут забыл, чувак? Ты зачем? Угораешь, что ли? Он спрятался, он просто понимает, что ему тут жесть. Так, пацаны. Ну, вот, ну что вы тут... вот так вот, раз, блин. Так вот, два, блин. И все. В чем проблема-то? Вот и все. Вот он тоже особо не понимает, в чем проблема-то была. Так, подожди, а у них все глаза, что ли, разные? Ну, все одинаковые. Так, окей. Так, а лучники это херовые затеи, если честно. Ну, а есть кто? Ну, пока непонятно. Окей. Все те, кстати, кто пьют чаек, либо же едят, приятного чаепития и приятного аппетита. Это я на самом деле просто хотел чай попить. Так, хорошо. У нас еще меньше денег. У нас, по-моему... Я почему-то все думал, что у нас еще 800 было. Мне лучники не нравятся. Так, давайте попробуем вот так вот сделать, что ли. И потом... Не, ну этих пацанов я не буду кидать. Давайте бомжи. Что вот эти вот чуваки делают? Какие-то дебилы, блин, честно. Блин, у меня что-то бомжей очень мало. Ну ладно, давайте как-то такое вот какое-то построение. Ну и все, и минус они. И смысл от них. Может, у них хп много, я не знаю. Блин, пока они дойдут, их просто простреляют. Один вообще застрял. Чувак, ну, господи. Все дело за тебя придется. Да офигеть, они, кстати, урон наносят. Слушай, а чувак выжил. Как ты выжил-то? А у него еще полный хп, серьезно? Это как? А подожди, у него невосприимчивость к лукам, что ли? Серьезно? Ну блин, ну это тогда не весело будет. Я их просто так разнес сам. Я говорю, тут читерная способность. Вы куда? Да подождите, не прыгайте, пацаны, я же всего-то хочу обнимашек. Меня что, никто не любит, что ли? Чувак, ты что там забыл? Я прыгать умею? Ага, конечно. Прыгать я не умею. Ну, пацаны, ну давайте без этого. Я не знаю, я не уверен, что была хорошая стратегия всех. Слушай, да я вас еще догонять буду. Че, угораете, что ли? Че, дурак, что ли? Ты там упал? Нормально все. Да, вроде нормально. Да подожди ты. Да я никого не трону, ну вот лучники, твари паскуды, они меня били, а ты не бьешь. Я-то хочу обнимашкой вообще на самом деле за мир и во всем мире. Я тебе серьезно говорю. Вот прям вот, знаешь, вот так вот, пару разиков так.
Алло. Ну я тебе серьезно, я тебе что, Гарри Поттер, что ли? Я тебя даже трогать не буду. Какой злой, а? Я его на самом деле бить не хотел. Тьфу, прям палку в жопу засунул. За что, мать его? Ну ладно, давайте продолжим. Так, тогда время чей? А вот это вот первый у нас получается баллист или как тебе? Катапульта, не баллист. А баллист это у нас что? У нас тут вообще есть баллист? А вот она. Так, ладно. Я до сих пор... Куда? Ты туда не иди. Я до сих пор только могу использовать, ну, вот этот вот вид воска. Ну да и ладно, они на самом деле правильно сделали, потому что я бы охерел вот это вот все. Применять, если честно. Так. Мне что делать? Давайте просто позабьем вот этими пацанами. Не знаю, в чем проблема вообще. Так, подожди. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте как-то так. Не, ну слушай, эта вот херня сейчас выстрелит, и все мои войска тут помрут, блин. И не хотеть не быть вообще. Ни капельки. Ну и все, и давай так как-то. Все равно, блин, двоих убил. Это сволочь. Ты же понимаешь, что тебе не жить, чувак. Ну вот и все, и конец тебе. Окей. Пока ничего сложного нету, если честно. Я пока сложности никакой не замечаю. 26 минут прошло. Я не знаю, до 30 будем. А вы есть кто? Ты кто таков? Какой-то поп, блин, с какой-то херней. Че, бить, что ли, будет ей? Окей. А ты есть кто? Ты король, мать его. А че бы нет? Действительно. Король и его смута. Точнее, его свита. Окей. Мне дают 4000, мать его. 4800. За эти 4800 я тут не весь что могу вообще устроить. Вот это на самом деле не совсем, наверное, правильный подход. Давайте просто попробуем. Просто реально попробуем. Вот как-то так. А ну что, пацаны? В смысле, что они делают? Они его усиляют, что ли? Блин, чувак, ты зря тут катаешься. Сколько у тебя хп, чувак? Тебя тут уже не видит, что, не видит, сколько людей бьет. Окей, эти застряли, это хорошо. Чувак, ты умрешь? Знаешь, сколько в тебя? Ну, умер, все, окей. Охереть, у него здоровье. Че они делают? Они его сильным делают, что ли? Или ускоряют, я не знаю. Не, слушай, что-то я не хочу с вами больше сражаться. Не знаю, я лучше убью этого чувака. Так, подожди. С тобой все нормально? Да, с ним все нормально, он просто сделал, загасил его. Хорошо, слушай, а ты на привычку пойдешь? Прям пару разиков. Да такую себе, если честно. Ну ладно, продолжим чуть еще. Так, у нас новые войска. И мы играем тоже за новые войска, окей. Точнее, за старые. Ты не отвлекайся, время чайка просто. Хорошо. И нам сразу всех отдают. Ну слушай, тут все, тут ГГ как бы вот на. Его в пику бьешь. Тебе серьезно говорю. Ну и прям пару разиков вот сюда вот лучников поставим и все. Или подожди. Давай просто посмотрим, что они вообще делают. Лучники просто так для прикола. И барда тоже одного какого-нибудь поставим. Он, как я понял, отвлекает просто. Окей, давай. А, давайте, пацаны. А, блин, нафига я лучника поставил? Там же это... Там же щитовики. В смысле? Пацан вас обходит. А барда? Барда, мать его. Отвлекайте. А вы что, загасили короля? Это как, это случайно сейчас вышло? Не, подожди, это бессмысленно. Почему короля-то загасили так быстро? Он же вроде сильный был. Или у противников он немного сильнее? Ну ладно. Тут все легче играется, если честно. Ну, как-то так вот сделаем. Ну, они сейчас просто будут идти, и их это катапульта расхерачит.
Слушай, а вот это на самом деле херово за тебя. Куда ты идешь? Ну, чувак, ну куда ты? Ты не ви... Ну, ты серьезно, вот хочешь вот этих вот чуваков убить? Он справился без тебя. А, не, нормально. Блин, если бы он на самом деле там стоял. Так, я понял, что проблема. Проблема была в барде. На бард на самом деле херово справляется. Всегда нужно вот какого-то такого чувака кинуть. Вот. Пацаны, вы зачем едете вперед-то, я не понимаю. Вот поэтому я тебе и говорю, это нифига не стратегия. Вот куда ты едешь-то? В какой стратегии, точнее, в какой тактике вот эти вот катапульты ехали вперед? Да, в принципе, в Total War, допустим, такая же тема. Вот я тебе говорю, была проблема в барде. Он убегал просто. Давай, чувак. Давай, прям просто в крысятину. Это чуще было. А нифига себе. Ты просто посмотри. Ты просто посмотри на него. Вот так вот выглядит просто чувак, который тактикуль. Он даже, он смотри, он даже не моргает. Он просто смотрит ему в душу, этому чуваку. Я тебе серьезно говорю, смотри. Он взял просто под подмышку вот это вот, короче, копье и задержал. И, соответственно, вот этот чувак уже сделать ничего не может. А ты что делаешь вообще? Ты кто? Ты что делаешь? Ты дурак? Дурак? Ну ладно. А в чем проблема-то? Ну, я точно так же поступлю сейчас. Одного сюда и одного сюда. Все. У меня даже тут два получается. Я даже, наверное, 100 рублей оставлю. И все. Или они сильнее будут? Может, они выдержат этот, вот такой вот камень? Да нифига не выдержали. Окей. Пока ничего сложного. Напротив нас баллиста играет. Окей. В чем проблема, я тоже не понимаю, сейчас. Так, бардов мы не ставим. Сколько у нас король? 1500. А, это хилер. А он хилит их, что ли? А, так вот в чем прикол-то был. Подождите, так это имба. Так это же... Куда ты идешь? Куда ты, дурак? Откуда тут? Я еще не своих могу хилить. Пацаны, давайте забудем. Ну, серьезно тебе говорю. Куда? А че ты не в меня стреляешь? В смысле? Так, чувак, стреляй в меня. Ну, все. Как бы ты хоть меня, наверное, убьешь. Что? Что, в принципе, очевидно. Но вот этот вот чувак, он не просто так тут сидит, между прочим. Он, понимаешь, он все это время следил за тобой. Знаешь, как бы тебе... Да ладно. Окей. Ну чё? Ты есть кто вообще? Чё-то на самом деле мне вот эта вот фракция, против которой меня сейчас сражаться, не очень нравится. Ты кто вообще? Минотавра? Ты нафига тут забыл? Это типа какой-то будет танк, да? Ну, чё мы сделаем? Мы сделаем вот такое вот построение и все, как бы. Делайте, что хотите, он не умрет. Только бей этих вот пацанов. Блин, один момент все-таки сбежал отсюда. А он даже королю не дает ударить, если честно. Я за кого? Я не за того хотел. Так, подожди, я не понял, что случилось. Я хотел просто посмотреть, насколько он это... Так, пацаны, алло. Алло, мать его! Я своих могу убить? Чё, я не всем, на самом деле. Пацаны, пацаны! Ну вот прям пару разиков, мать его. Алло! Не, ну против короля это какая-то херня. Алло, отпусти моего... Отпусти хилера. Ну и, в принципе, все. Ну, я как бы что-то ожидал. Король сам такой думает. Хе, и чё, это все что ли? Это все, что ты можешь? Блин, еще один чувак на превьюшечку. Прям, знаешь, я даже не знаю, как его поставить. Типа, знаешь, можно превьюшку вот этого, типа, тут тапс такой, а он типа держит. Он прям такой, смотри, типа, я держу что-то на мече. Во. Не знаю, короче. Ладно. Ничего пока сложного нету. Еще очередная новая локация. И мы... Зевс? Лучники?
Этого всего не было против меня. Ну, давайте как-то так. Они их зэ-то подморозят, что ли? А что вы делаете? Блин, лучники тут, наверное, не очень подойдут. А Зевс, короче, молниями херачит. Блин, ну не дойдет даже. Чё ты делаешь? Охереть, у тебя перезаряд. Ты какой-то бесполезный, я тебе честно скажу. Чего? Смотри, типа такая змея тут какая-то. Я тебе серьезно говорю, какая-то тема странная. Ладно. Ну, он просто взял всех, кто разнёт, что ему вообще делать. Просто тупо взялся, пришел. А чё, как бы, чё они хотели против бога? Эти скандинавы, ой, сволочь. Окей, ну у нас опять Зевс идет и опять 25. Чё? Остальные тут лучники. Дофига лучников. Не, ладно, не будем так дофига. Блин, они стоят дохера для лучников, я тебе честно говорю. Ну и как-то так. Для одного щитовика сюда, все. А, они змеями кидаются. Блин, как-то другой этот прирядили нас. А с другой стороны, это плохо на самом деле. И Зевс отвлекся, и вот эти все лучники. А она что, живая, что ли? Хереть, я могу за змею играть. Серьезно, что ли? А, сволочь! Я его убил? Я его убил и умер. Так, блин, это плохая история на самом деле. Сейчас Зевса могут загасить. В принципе, что и случилось. А, нет, Зевс еще был жив. Блин, да ладно, ну тут прям, это считает, три короля тут тусуются. Да они эту змею сейчас загасят. Потом на шампуры тут поставят, блин, и сожрут, как меня. Пацаны, ну давайте не будем. Не, я это что не я, это не я умер. Чувак, я тебя предупреждал, это будет больно. Окей. Так, подожди, а что не так-то с этой стратегией? Давайте, знаете, тогда что попробуем? Раз, а, два, Дарис. Еще на Зевса хватает? Серьезно? Давайте как-то так. Ну и все-таки лучников, пару лучников тут поставим. Просто тупо по фану. Не знаю, думаю, этого хватит. Я, правда, не знаю, зачем эти лучники нужны, если честно. Блин, она же не такая крутая-то. Это баллиста. Но она же не по области бьет. Она конкретно одну цель выбирает. Хотя, смотри, вроде как нормально. Опять вы остались? Вы угораете, что ли? Да, пацаны, ну не серьезно. А, ну не, все, я один выстрелом остался. Самое главное, чтобы вот эта вот херня в них попала. А, ну все, идеальная стратегия. Их отвлекают вот эти змеи, как я понял. А вот эти штуки потом их просто, ну, вот просто, да. А, что ты хотел, чувак? Ну, что ты хотел? Против великого тактика, против меня вообще. Так, а вы тут еще и стали так замечательно, да? Просто замечательно. Так, вот сюда идем. Отвлекающий маневр в виде вот этих вот змей. Ну, вот сколько-то, столько-то. И вот такую тему сделаем. Ну и давайте Зевса. Зевс сколько у нас стоит? 2000. Я вообще могу Зевс? Я не могу. Не, ну вот этих пацанов мы явно оставим. Ну, столько примерно. Одного Зевса и все. И 100 рублей даже оставим. А, там лучники. Блин, на лучники это херовая затея. А Зевс такой, чисто на прогулочку. Пойду разнесу тут половину людей. Зевс сейчас всех херов, я смотрю. В смысле? А вы как попадаете-то в них? Алло, а лучники, а вы что-то будете делать? Не, баллиста мне не нужна. Мать вашу, они застряли в них. Я-то думаю, в чем проблема-то? Отпустите, блин, лучников! Они хотя бы стреляют. Они хера не стреляют, вот в чем проблема. Не, вот эти стреляют. Ну это ГГ, тут даже думать особо нечего. А, что вы как бы хотели?
Змея, мать его, летит, блин. Торпеда, пушка просто. Разозарена эту херню. Еще очередная превьюшка. Даже не знаю. Ой, будет не весело. Ты здесь кто вообще? Какие-то корабли. Нахера? Кидать их, что ли, собрались? Че, дебилы, что ли? Я говорю, раз они их несут, то явно кидать будут. А потом оттуда вот выйдут вот эти вот... Это даже не копьеносцы, это какие-то... Какая-то херня. Вы что, угораете, что ли? Вы что, думаете, я дебил совсем? Вот так вот кину вас. Два Зевса, мать его. Одна баллиста. Вот сюда. И все. А что еще сделать? Так, ну давайте еще по фану вот сюда одного чувака поставим. Он будет руководить всей этой операцией. Я тебе серьезно говорю. Вот именно он будет руководить двумя Зевсами. Который фиг знает, как там на этом Олимпе вообще выдержали. Вот эти пацаны просто тупо мясо. Они понимают, что они умрут сегодня. Ну а что поделать? Викинги — это такая тема. По сравнению черепашка, идите вперед. Давайте. А не-не-не, все-таки их кидают, смотри. Боже. Ну и... Командир умер. Тактическое отступление, мать его. Командир умер. Да пацаны, да берите командира. Да-да-да, бери командира, уходи отсюда. А ты куда идешь, полудурок, блин? Ты чё делаешь? Им уже весело. Они просто понимают, что они все, они уже выиграли. А кто остался-то? А кто? Кто? В смысле? Да нет тут никого. Да тут никого нет, чего вы мне тут угораете-то? Чего у меня с камерой-то происходит? Алло, народ. Че, угораете, что ли? Кто-то из них живой, что ли? Ну-ка, подожди. Здесь на пару разиков. Вот сюда. Алло. Окей, видимо, нужно переиграть. Не знаю, что произошло, но что-то, видимо, не так. Ну ладно, это выигрышная игра. Так что просто по фану тут оставим все. Время чайка. Потому что что тут вообще делать? Ну, а что они могли сделать-то с двумя Зевсами? Ну, честно. Командир, кстати, живой еще. Ну, уже все, конечно. А, не, живой еще, смотри. Я понял, игра просто не хотела, чтобы вот этот вот командир погиб. Ну, честно. Ну, ты посмотри на него. Ля какой. Я просто понимаю, он ему сложно было. Ой, ну это да, это я это принимаю, я теперь понял, почему там. Спасибо. А, я за компанию прошел? Ну, в общем-то, мы прошли кампанию первую. Как-то так даже. Давайте на этом закончим момент. А что нам еще делать? Спасибо всем тем, кто досмотрел до сюда. И, кстати, народ, если вы хотите, чтобы я дальше прошел эту игру, вот на все вот эти вот кампании, которые тут есть, то ставьте лайк, комментируйте, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчик, подписывайтесь, делайте что угодно, в общем, продвигайте это видео. И... На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока.